Домбили Донбасс. Никто Донбасс не домбил. То есть фотографии 18-20 годов Донецка, они есть. Посмотрите, очень похоже на Мариуполь сейчас. То есть на абсолютной лжи построена непонятная война, причем война, которая привела на самом деле к уничтожению России. Потому что когда Финляндия вошла в НАТО, вся его идея о приближении НАТО к границам, она умерла. А вчера Финляндия заявила, что она не против размещения ядерного оружия на своей территории. Она, чтобы понимали, от финской границы до полного уничтожения Северного флота Российской Федерации, ну, меньше 18 часов. Пехом финны придут, и все то, что там есть, просто сдадут на металлолом.